Приговор привести в исполнение. Приказ о закрытии комсомольского филиала энергоколледжа подписан. Не помогли ни аргументы родителей студентов, ни протесты преподавателей. Новый учебный год в колледже 1 сентября уже не начнется. Студенты, к тому моменту не окончившие его, будут переведены доучиваться в энергетический или автотранспортный колледж в Иваново. С учетом уровня профессиональной подготовки студентов будет выработан для каждого, если потребуется, индивидуальный учебный план. Будут решены все вопросы, связанные с проживанием студентов в общежитиях. И сейчас администрация колледжа рассматривает возможность организации бесплатного проживания, потому что все-таки удален областной центр от города Комсомольска, и о проблемах такого рода заявляли на родительских собраниях родители. Что касается сотрудников педагогического состава, таковых 40 человек, в рамках действующего трудового законодательства с каждым из них будет прорабатываться вопрос о дальнейшем трудоустройстве и будут соблюдены все гарантии, которые предусмотрены законодательством. Прорабатывается также вопрос об организации для студентов транспорта из Комсомольска к новому месту обучения. Но пока гарантий нет.